Да, большой. Тиранозавр. Два волшебных слова. 4 миллиарда. Скажите, 4 миллиарда. 4 миллиарда. 4 миллиарда. Это не просто слова. Примерно 4 миллиарда лет назад наша Земля возникла как планета. И очень недолго была без жизни. Почти сразу на ней появляются невидимые глазу микроорганизмы, микробы. И начинают жизнь развиваться, меняются, становятся многоклеточными. Вот мы сейчас посмотрим, что же у нас здесь на Земле произошло за 4 миллиарда лет. Пойдем. Их определение, все, у нас один единый ход. Мягкие. Не было твердого снаружи и внутри. И вот такой странной формы были эти животные. Теперь сюда. Леня. Лень, иди сюда, вот меня. Нажимай. Вот глупый Рекси пытается схватить, а здесь отпечатки так находят, что были какие-то древние животные. А потом нарисовали ученые-художники их внешность. Но эти животные уже вымерли. Те, кто вымирают, внешность на Земле не появляется, если вымирает целая группа. Смотри, здесь написано, можно ли выйти на сушу. Показывает Рекси, наверное, нельзя, но вы попробуйте, правда? Челюсти. Мама. Вот такие штуки. А ты прошел там кнопку. И там можно выяснить, можно нажать. Артур. Нажимай, что птички зачирикали еще одну. На серединке. Так, отлично. Ставь ногу сюда. Мама фотоет, снимет фотографию. Так, чтобы видно было. И это твой почти ровесничек, динозаврик. Представляешь? А взрослые были с двухэтажный дом. Тиранозавр. Вот Рекси подтверждает. А мама.
маленькие детеныши, разрешаю потрогать тихонько пальчиком, не ковырять. Так, заметьте, малявочки точно такие же, как большие, только маленького размера. Ух ты, птенчик никогда не похож на взрослую птицу. Вот видишь, какие здоровые, да. Потрогайте, я же фотографирую. Этого нужно тоже тихонько погладить. Появился климат, многие животные думали, роженьки не способны. Подожди, пожалуйста, меня, не забегайте вперед. Друг мой, верни, что я просила, подожди. Подойди сюда. Вот посмотри, ты убежал. Иди сюда. А твой рост уже почти такой, как рост предка человека. Видишь? С рубом на носу. Без горба был рост не твердый. Очень хорошо. Так ты слушай, как большой. Смотри, вот это след взрослого предка человека. Куда Леня делся? Так, Леня здесь. Леня, огонь уже. Попробуем камень перит. Давай, вот этот. Отлично. Перит тоже высекает из него. Эти кнопки не сработают, потому что из весны мягкий. А там? Что это, Артур, такое у вас? Какие камни можно... А, для высекания огня. Понятно. Кремень, известняк и перит. Здесь на кого охотиться не отдыхает? Мамонта. Почему динозавров не охотится? Сильно, да. Нет, одна цифра. Они находили место, где рядом со скалами мамонты проходят. И сверху сталкивали огромные камни. Леня! Если камень попадал в цель, животное погибало, но зато много мяса хватит на всех надолго. И неандертальцы, в отличие от наших кроманьонцев, все-таки выхаживали своих стариков и увечных охотников. Ну а насчет нас, да, одной крысы на всех не хватит. Поэтому считается, что более агрессивны были наши кроманьонцы. Но, может быть, поэтому и выживем. Так, посмотри. А, это... Пещера неандертальца. Это древние люди, обитатели Евразии. 250-30 тысяч лет назад. Они жили в пещерах, добывали огонь, заботились о больных и соплеменников, поклонялись животным. Вот такая вот пещера неандертальца. Никакой самый современный химический метод не может показать, каким цветом белообразный. А вот это вот вымерший древний китайский ледник. Thank you.
Редчайшая находка. А кто догадается, почему можно найти целый грузовик костей динозавра, но не найти ни одного яйца? А что это? Что бывает с яйцом, когда все в порядке? Лет скутозавра. Вот сейчас будет вот. Верхняя Пермь. Архангельская область. А это у нас скелет Инострацеви. Копия, оригинал находится в другом месте, а именно вот пингурисяк. Вон палеонтолога.